Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про карантин вихідного дня. В нашій студії підприємець, активіст Роман Загоруйко. Роман Загоруйко – підприємець-активіст. Закінчив міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю менеджмент підприємницької діяльності. Організатор акції протесту проти запровадження карантину вихідного дня. Координатор Української ресторанної асоціації у Дніпрі. Член батьківської ради при міському голові. Одружений, виховує сина. Улюблена страва – вареники з капустою. Хобі – прогулянки на свіжому повітрі. Романе, вітаю вас у нас в студії. Добрий день. Тож, Міністерство охорони здоров'я запропонувало встановити карантин вихідного дня. Центральна влада підтримала і напередодні минулих вихідних вже встановила карантин вихідного дня. І по всій Україні, і в Дніпрі також. Я знаю, що ви як підприємець, як активіст спілкувались з центральною владою міста нашого, з обласною радою, з головою, також спілкувались з поліцією нашою. Скажіть, будь ласка, до якого діалогу, в принципі, прийшли? І що на сьогодні, як взагалі пройшов карантин вихідного дня, минулі вихідні? Смотрите, давайте по очереди общались с областной властью, то есть непосредственно представителями центральной власти. Мы передали свое обращение господину Бондаренко, это губернатор города. Он пообещал его передать в Киев. Потом мы общались непосредственно с депутатом Верховной Рады, это Кирилл Нестеренко, который мы с ним два раза встречались, то есть за круглым столом, пытались прийти к каким-то компромиссам, донести наше мнение. Ну, мы пока не знаем. По всей видимости, если против не проголосовали депутаты, значит, мы его не донесли. То есть они его не донесли. Также мы общались с Борисом Филатовым в Зуме. Два раза уже у нас была встреча. Он поддерживает нас. То есть он, в принципе, тоже не понимает, как ну, со стороны предпринимателей, как нам дальше, допустим, работать, как это все будет происходить, какие-то компенсации там, от представителей, ну, от власти, еще что-то. Со своей стороны, ну, он не может ничего обещать, как, допустим, если взять мэра Садового, который сказал, что у нас теперь пятница-суббота, точнее, суббота-воскресенье – это выходные дни. Ну, мое личное мнение и мнение большинства – это чистый популизм, потому что вот в этом постановлении Кабинета министров там нет как бы слов про выходные. Там есть четкое временное ограничение, это с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Да. То есть, как таково, даже если мы 7 дней в неделю будем работать, там нет этого. И общался с полицией, с руководством полиции на предмет того, чтобы их действия были более, скажем так, правомерные. Потому что по итогу этих выходных, я думаю, все видели видеоролики из Киева, да, где ну, непосредственно выламывали двери, то есть были провокации со стороны активистов, были закрытия, ну, знаете, такие, скажем, телевизионные ролики больше. У нас выходные прошли более-менее спокойно, то есть мы со своей, скажем так, небольшой группой, ну, небольшой, представители ресторанного бизнеса, владельцами, мы пришли к тому, что мы будем работать и, скажем так, это даже не саботаж было решение, это просто ну, наше мнение, это наше конституционное право. То есть мы хотим работать, и мы работали. Да, приходили полицейские, выписывали протоколы, где-то делали предупреждения, где-то просили там, закрыться, либо давали выбор, скажем так. Попрацювати лише на вынес, я так розумію. Да, работать на вынос, либо закрыться, либо они будут вынуждены выписать протокол. Но в целом таких каких-то силовых методов ну, за выходные не применялось. А скажіть, будь ласка, взагалі всі ресторатори підтримали і працювали такі вихідні дні? Чи не всі, да більш, скажімо так, сміли, мабуть, підтримали. Опять же, ті, у кого є можливість наняти юриста, то есть ми прийшли к тому, що в заведенні на вихідних буде присутствовать юрист, який буде непосредственно представляти інтереси заведення і все в правильній формі излагати і допомагати. Ми, в принципі, готові, да, що на нас будуть приходити і виписувати протоколи, але, опять же, ми просили це робити, і я лично просив у поліції робити це в рамках, ну, в рамках закону, то есть без каких-то там
скажем так, подстав, провокаций и всего этого. Если выписывается протокол, то какие штрафы накладывают? Смотрите, при выписывании протокола штраф, ну, его нет, это устанавливает только суд. В целом, согласно этой статье, которая выписывается для физических лиц, это от 17 до 34 тысяч, а для юридических лиц, если я не ошибаюсь, это от 36 до 170 тысяч гривен. То есть сумму штрафа устанавливает уже непосредственно суд. Они изучают материалы там, в зависимости от, скажем так, тяжкости нарушения карантина или вот... Чи готові ви, як підприємці, як ресторатори, до розумних заходів безпеки? Наприклад, підсилення заходів безпеки, наприклад, уникати гучних вечірок і великих свят в закладах харчування, скоротити кількість місць, наприклад, за столом, ще щось, але не впроваджувати, наприклад, карантин вихідного дня? Діло в тому, що ці обмеження, вони, в принципі, давно вже діють для ресторанного бізнесу. Тобто запрет на роботу ночних клубів, він, якщо я не помиляюсь, з сентября місяця у нас, в принципі, введений. Ограничение... Тобто робота до 22-го? Или... Да, да, робота до 22-го. Ну, опять же, это сомнительное постановление Кабинета министров, то есть оно вызывает сомнения. Но в целом, я думаю, по нашему городу практически все ночные клубы, у нас их не так уж и много, они придерживаются, то есть они не работают. А, тобто підтримуються, в принципе, підприємці? Тут просто такая двоякая ситуация была. Когда запретили работать после 10, ночных заведений не так уж и много у нас в городе. И мы, скажем так, я просто представитель одного из них, мы были очень в меньшинстве, да, то есть наши как бы, интересы некому было представлять. Когда уже зашел разговор за карантин выходного дня, то есть нас уже стало больше, это уже коснулось большего количества людей, и уже как-то началось, ну, такие обсуждения и вот попытки к действию. Яким чином ви взагалі спілкуєтесь, от саме ресторатори Дніпра, Дніпропетровської області? Як у вас розвинута така комунікація? Ця комунікація, скажімо так, розвилася дуже швидко, от буквально за 3 дні до цієї акції, яка була 11 числа. До акції, яка була проти карантину вихіднього дня 11 листопада. Так, совершенно вірно. Я створив групу, пригласили одного чоловіка, один чоловік пригласив другого, і от понеслось. Тобто зараз група... Там насчитывают около 500 человек, но это непосредственно сотрудники там, ресторанов, администраторы, управленцы. И есть у нас еще более узкая группа там, в количестве 35 человек, это непосредственно владельцы бизнеса. Это не как ты изменишь, мабуть. Не как ты, это вот именно владельцы, да, которые основатели бизнеса. То есть. 11 листопада у Дніпрі в акції проти карантину вихідного дня взяло участь близько 300 людей. Тобто досить велика акція. Взагалі, як спілкувались з Олександром Бондаренко, що він вам казав, і чи обіцяв допомогти, чи надати якісь рекомендації, чи ще щось? Все общение з ним було на вулиці, я думаю, журналісти його бачили і засняли. Тобто більше ми з ним, в принципі, не зустрічалися. Він забрав наше обращення і йшов. Тобто комунікації більше не було? Так, комунікації більше не було. Скажіть, будь ласка, підприємці Дніпра взагалі от саме зараз, це була перша акція, єдина, більше нічого не планували, чи їздили ресторатори до Верховної Ради, от як малі підприємці, які зараз там мітингують? Ресторатори, ну, некоторі, можливо, їздили добровольно, але в цілому ми не збирали там якусь групу для поїздки в Київ. Це були SafeOp, тобто підприємці. Они, у них свои цели немножко, они отличаются от нас. Ну, в целом, они тоже протестуют против карантина выходного дня, но у них основная задача – это отмена кассовых аппаратов РРО для малого бизнеса. Акции у нас, я думаю, это не последнее было, просто мы сейчас думаем, скажем так, мы в режиме диалога, в каком формате это, ну, проводить эти акции. Потому что были там предложения, давайте перекрывать дороги, давайте перекрывать трассы. Мы понимаем, что... С какой-то стороны это не даст результата, потому что кроме неудобства для жителей города, наверное, мы ничего не сделаем такого. То есть мы будем в любом случае проводить какие-то флешмобы, вот, которые приходили в это воскресенье на улице, бывшей улице Короленко, на этой новой площади. Ви виходили, встановлювали столики, і розкажіть про цю акцію. У мене там не було лично, я просто не змог присутствувати. Ну, ребята просто в кожне своє заведення приносили столики, приносили закуски, приносили чай. То есть угощали всех желающих, просто делали, скажем так, имитацию работы ресторана на открытом воздухе. Мы назвали эту акцию «Ресторан выходного дня».
То есть, я думаю, ми будемо її продовжувати проводити. Привертати увагу, в принципі, потрібно до проблеми. От головне, я так розумію, що влада, центральна влада, взагалі не пропонує ніяких компенсацій. Тобто надає обмеження, але ніякої допомоги для рестораторів, для підприємців. Взагалі не йдеться річ про це? Чи щось говорять, скажіть? Говорять, прем'єр-міністр обіцяв якісь компенсації, опять же, це списання кредитів государственних 5-7-9 там, під 0%, це компенсації до 70% зарплат, як вони називають, це частичне безробіття. И какие-то компенсации в виде признания карантина выходного дня как форс-мажор. Но на практике, на самом деле, это, если даже это будет введено, какие-то компенсации, то это будет, ну, скажем так, 10% от того убытка, который, да, допустим, понесут рестораторы. На примере, допустим, вот нас все сравнивают, вот в Европе там карантин, в Израиле карантин. Смотрите, берем Эмираты, да? Там ввели закон, который запрещает арендодателям брать арендную плату до конца года, ну, в связи с карантином. Mm-hmm. Если мы берем Европу, то там всем тоже выплачивают какие-то, ну, в каждой стране разные компенсации именно на аренду, на арендную плату, либо же вообще, ну, сейчас простой аренду. Да, идут диалоги с арендодателями об отмене арендной платы. Есть информация, вот в Штатах, в Америке, маленькому ресторану на 100 посадочных мест выплачивают около 300 тысяч долларов разовой помощи, которые они могут как бы компенсировать те затраты, которые они понесли, да, во время простоя. То есть у нас же с весеннего карантина абсолютно никто ничего не получил. Під час весняного карантину була рекомендація від центральної влади, орендодавців, так би мовити, або зменшити орендну плату, або взагалі її відмінити. Але це рекомендація, і як на... Ну, як в дійсності це відбувалося? Ну, це рекомендація як була, орендодавці себе повели? От, наприклад, ви можете розказати? Некоторі знизили оренду, некоторі просто предложили оплачивать, ну, текущие расходы, то есть в виде там коммунальных платежей, да, чтобы за, скажем так, за поддержание помещения. Некоторые все-таки взимали плату. Ну, я таких случаев мало знаю, но в основном арендодатели, ну, лояльно отнеслись к этому всему, потому что все прекрасно понимали, что так, все сейчас, если да, в этой ситуации, да, все съедут, в принципе, обратно никто не заедет, да, в арендуемое помещение. Поэтому как-то, ну, лояльность была. Но, опять же, эта лояльность была, наверное, не от центральной власти она исходила, тут более каждый сам договаривался уже, как мог. Я знаю, що підприємці, ресторатори створили петицію проти карантину вихідного дня, яка за 3 дні набрала потрібні 25 тисяч голосів. Що з цією петицією? Чи знаєте, коли її будуть розглядати? К сожалению, не могу вам сказати, коли її будуть розглядати. Ну, вона набрала нужне кількість, і тепер вона, скажем так, висит для рассмотрения президентом. То есть, когда он ее рассмотрит, я не могу сказать, опять же, я думаю, решение его будет негативное, поскольку уже было голосование, да, в Верховной Раде об отмене. Вчера або позавчера. Да, позавчера об отмене карантина выходного дня, и оно не набрало нужное количество голосов. И опять же, те депутаты, которые тот же, скажем так, Нестеренко, который с нами общался и говорил, что я с вами, он не голосовал. Взагалі не голосував, або они голосував проти? Они сделали не против и не за, они просто воздержались. Угу. То есть большинство депутатов воздержались от голосования. Ну, це не є, ну, підтримкою. Да, это и как бы и неплохим показаться, и нехорошим. То есть они приняли вот такую позицию. Але це, в принципі, вам не допомагає. Ну, да, нам это не сильно поможет. Пока. Вже от, скоро будуть вихідні знов, субота та неділя. Як взагалі настрій у рестораторів? Що буде в ці вихідні? Чи будете працювати, чи не будете працювати? Як будете виходити з цієї ситуації? Будемо працювати, як і працювали. Опять же, тут, знаєте, карантин вихідного дня, він, мабуть, показався більш психологічним. Як от весною було, коли нам запрещали гуляти в парках, а потім на всю країну санітарний врач признався, що це було психологічне воздействие. Здесь така ж ситуація. Тобто, по итогу цих вихідних, скажем так, посещаемость во многих заведениях очень сильно упала. Хотя, несмотря на то, что мы, ну, некоторые заведения работали полноценно, то есть даже рекламировали, что мы работаем в обычном режиме, ну, на 20% минимум, то есть количество людей уменьшилось. Говорить за эти выходные тоже тяжело, потому что люди, ну, людей просто, скажем так, запугали своего рода,
и они боятся ходить. Кто-то не знает, что, допустим, заведение работает, кто-то думает, что все закрыто, некуда идти. Поэтому, опять же, у нас политика какая? Мы никого не заставляем, да, то есть идти в заведение, там, идти на дискотеку или идти в бар. Это добровольное решение каждого, да, человека, который, ну, хочет, идет, хочет, не идет. Мы, в принципе, наверное, одна из сфер, которая обеспечивает практически стопроцентные вот санитайзеры, маски, дезинфекции, то есть, ну, полный перечень тех норм, которые там прописали не в постановлении, а в рекомендациях, да, к соблюдению. То есть мы это все соблюдаем. В принципе, люди, ну, которые не боятся, они прекрасно понимают, что прийти в ресторане там и заболеть чем-то, ну, вероятность очень, очень низкая. Мабуть, меньше ймовірність захворіти, наприклад, в ресторані, ніж в транспорті. Ну, конечно, да. То есть, и опять же, это же болезнь, ну, не одна болезнь, да, в нашем мире, скажем так. Если до этого не было никаких случаев, там, пришел в заведение, заболел там чем-то, то есть никаких таких скандалов и громких дел не было. То есть это говорит о том, что, ну, это в принципе исключает все. То есть проводятся все и проводились, да, посуда моется там в горячей воде с моющими в посудомоечных машинах. То есть понятное дело, что, ну, нет такой возможности, скажем так, заболеть. А взагалі, чи перевіряють вас як рестораторів на предмет того, що ви, так би мовити, всі карантинні засоби використовуєте? Это было актуально, наверное, до введения карантина выходного дня. Да, ну, были проверки, это была Госпотребслужба, они приходили, смотрели. Як часто взагалі, от, наприклад, у вас в вашем закладі проводилися ці перевірки? У меня, смотрите, у меня ночной клуб, я в данный момент не работаю ввиду просто нецелесообразности работы, поскольку количество людей, это, ну, оно не совокупно, скажем так, с расходами, которые я несу. Тобто ви на сьогодні припинили, да, свою діяльність? Я не на сьогодні, я уже давно прекратил, потому что просто нецелесообразно. То есть люди действительно боятся, вот конкретно ночные клубы, они там боятся идти, боятся скопления людей, и просто мы посмотрели, что, ну, смысла пока нет в этом. Поэтому, ну, за себя не могу сказать, но в целом вот у коллег по заведениям, ну, не часто ходили, может, там раз в неделю приходили, могли там пару раз в неделю. Ну, прийти. Раз на тиждень, в принципе, это, ну, да, это нормальная ситуация. Опять же, это лояльно, но здесь вопрос в том, это проверка, знаете, как мы просили, вот, когда общались с депутатом, мы готовы к проверкам. Увеличивайте штат, там, Госпотребслужбы посылайте, пусть приходят проверять, но это должно быть не в форме «пришли и сразу штрафуют». Это должна быть, скажем так, своего рода помощь. То есть пришли и сказали: ребят, там, извините, у вас здесь дистанция между столами там не соблюдается. Вот у вас там вот тот без маски. Вот мы вам предупреждаем первый раз, а в следующий раз, ну, уже будем применять какие-то там штрафы или какие-то взыскания. Ось так и было, чи ні? Нет, так, к сожалению, не было. То есть если приходили, то целенаправленно штрафовали, ну, не штрафовали, выписывали протокол там на несоблюдение карантинных ограничений. А какие штрафы? То же самое. Это все подпадает под 44/3 статью, то есть несоблюдение карантинных мер и ограничений. Наприклад, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, він також проти карантину вихідного дня і казав, що взагалі такі жорсткі заходи безпеки значно вдарять по бюджету міста, тому що за час жорсткого карантину, наприклад, Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень взагалі в бюджет міста. От дійсно, малі підприємці, вони наповнюють бюджет міста, це так? Честно, я не силен в распределении бюджетов, куда там идут какие-то деньги, но в целом, да, то есть все платят налоги, опять же, если это малые предприятия, то в любом случае мы платим единый социальный взнос, да, то есть это пенсионный фонд, это военные сборы, мы платим налоги на землю, да, если это кафе там с летней площадкой. В принципе, ну, я не могу вам цифры сказать, но я думаю, это будет ощутимо, в принципе, для бюджета, если мы все перестанем работать, скажем так. А скажіть, будь ласка, Романе, під час жорсткого карантину чи були якісь ще компенсації підприємцям, рестораторам, окрім того, окрім рекомендацій влади, зменшити, так би мовити, орендну плату або взагалі її скасувати? Була компенсація, ну, як, був варіант компенсації до 70% сотрудникам, но на практиці я не знаю, честно, людей, которые смогли получить эту компенсацию. Там нужно было собрать очень большое количество бумаг, пройти все возможные станции, то есть очень тяжелая там бюрократическая работа, и подать это все в облсовет. А в облсовете просто, ну, делали такие глаза и говорили: ребята, это нереально. То есть можете не пытаться даже.
Ну, фактически, я думаю, 99,9% тех, кто все-таки сделал это, собрал все необходимые документы, они ничего не получили по сегодняшний день. Це якийсь нонсенс. Якщо є компенсація, але її отримати неможливо, то навіщо така компенсація? Вот в суть в этом, ну, в этой компенсации, наверное. Ну, я знаю, що взагалі реставратори за суботу і неділю отримують десь половину виручки або більшу частину. Це так і є? Ну, до, опять же, ми беремо специфіку, допустим, заведення. Якщо це якийсь бар, то, звісно, люди в основному п'ятницю, суботу, да, ну, воскресенье менше, але п'ятниця, субота, да, йдуть в бари після роботи, там, випити, пообщатися, віддохнути. Якщо ми беремо сімейний ресторан, то, мабуть, у них вихідні – це, ну, більше 50%. Ну, в среднем, если брать, это 30% заработка, от общего заработка, это выходные. Скажите, будь ласка, взагалі, як ви бачите ось цю ситуацію, і як далі, ну, в принципі, працювати ресторанам, що робити ФОПам, як змінити це? Тобто чекати, щоб президент розглядав петицію, хоча якщо Рада проголосувала і не отримали ми відміни карантину вихідного дня, то, ну, взагалі які заходи впливу, що може бути? Ну, я вам навіть не знаю, як правильно відповісти. Просто працювати, от всі юристи, всі адвокати нам просто говорять, працюйте, як ви працювали, оспарюйте рішення в судах. Ну, просто пропозиція діяти точно так же, як діє наша влада. Они ищут какие-то лазейки, они пытаются, там, скажем, незаконными, да, какими-то способами что-то приостановить, прикрыть, ограничить. Вот, соответственно, мы тоже будем со своей стороны точно таким же способом пытаться работать. Но другого выбора у нас нет, потому что нас не услышат. И карантин выходного дня, который ввели якобы на 3 недели, мы все прекрасно понимаем, что он не закончится. И, скорее всего, то есть мы уже, наверное, пришли к единому мнению, что ведут полный карантин перед новогодними праздниками и после них. Потому что все понимают, что это корпоративы, это новогодние праздники, это какие-то мероприятия. И, ну, это было бы логично, по крайней мере. А если у нас логика есть у правительства, то так и будет. Ну да, от рестораторам навіть, знаєте, всі пропонують усім підприємцям знаходити якісь рішення, так би мовити, нові. Але рестораторам як? Працювати на виніс – єдине рішення. В онлайн, в принципі, перейти – це… Ну, опять же, ми ініціюємо, ну, ми говоримо, давайте, введіть повний карантин, так, як він був от весною. Щоб взагалі не працювали. Да, щоб дійсно, тому що логіка нашого правительства заключається в тому, щоб розірвати от ці цепочки контактних. Ну, понимание, как они будут разрываться 2 дня в неделю, если, допустим, инкубационный период у коронавируса составляет там от 14 дней, ну, около 14 дней. Как-то разорвать за 2 дня эти цепочки, ну, мы не понимаем, ну, допустим, со своей стороны. То есть ограничьте там месяц, 3 недели, да, пусть все побудут дома, посидят, ну, действительно, чтобы это был качественный карантин, чтобы это все, скажем так, минимизировали все контакты и уже смотреть. А сейчас, получается, они своего рода экспериментируют. То есть, я думаю, в любом случае потом доберутся и до транспорта, и, ну, вот, в такому форматі будуть двигатися до повного карантину. А скажіть, будь ласка, от я знаю, що в Фейсбуці, наприклад, проходив, так би мовити, флешмоб «Підтримай ресторан», «Підтримай там рестораторів». Тобто піди там, закажи, наприклад, їжу, обід, вечерю, вихідний день на виніс там собі додому, щоб, так би мовити, ну, підтримати цей бізнес. Взагалі, дійсно, такий флешмоб був ефективним? Чи взагалі відчули це ресторатори на собі? Ну, ні, це просто, знаєте, як некоторые виставляють себе пости, пожелання. Тобто, він сказав, що це прям флешмоб, ні, і якусь підтримку. Тобто, люди, як заказували, ті, хто заказували, да, їду, допустим, з доставкою домой, вони це продовжують робити. Ті, хто цього не робив, вони, ну, не будуть целенаправленно там дзвонити, куди-то заказувати себе доставку. Ну, скажем так, это просто нейтральная такая инициатива, которая ни плохо, ни хорошо. Угу. Тобто на сьогодні підприємці проти вибіркового карантину і зазначають, що його придумали монополісти. Це так і є, як гадаєте? Ну, в цілому, якщо, знаєте, пытаться все-таки вдуматися, то да, поскольку в некоторых продуктовых сетях, не будем называть их, вы можете зайти без маски, вы можете походить без маски по магазину, вы можете потрогать продукты руками, да, вы можете подойти на кассу, на кассе купить маску и потом уже купить продукты.
То есть говорить о логике закрытия заведений, в которых, да, придерживаются этих карантинных всех норм, и говорить о сетях продуктовых супермаркетов, где, ну, просто люди гуляют свободно, и говорить, что это какой-то действенный метод, ну, предотвращения там, распространения болезни, ну, это глупо, если честно. Сейчас есть информация, уже по сети гуляет, что одна из крупных сетей, строительной сетей, скажем так, они полноценно переформатируются под продуктовые магазины. Я думаю, мы все скоро увидим, как они превратились в большие продуктовые магазины. То есть, и мы прекрасно понимаем, что ни ФОПы, маленькие магазинчики, да, ни, допустим, наши там, рестораны, кафе, заведения, они не могут переформатироваться. Не, да, может себе дозволить. То есть переформатировать, так, в моем случае, ночной клуб во что-то другое, ну, я пока еще не придумал, во что это можно переформатировать, потому что, ну, это вот своя специфика. Какие-то заведения могут переформатироваться на вынос, работа на вынос, но, опять же, это, во-первых, это количество людей, которое будет задействовано, да, в этой работе, то есть оно минимизируется. То есть это, грубо говоря, там один повар, один официант, который пакует, повар готовит, все. То есть если в заведении работало 15 человек, говорить о том, что мы все-таки работаем, но у нас работает 2 человека, ну тут тоже как бы нецелесообразно это все делать. Так, згодна з вами. Дякую вам, що ви прийшли, розповіли. Успіхів вам. Спасибо. І сил витримати ці карантини. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.